Семечки Лёва. Для времени любого. Спрашивайте в магазинах города. В Шадринске стартовал месячник по благоустройству города. В администрации обсудили весенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города. Как доложил главе муниципалитета, начальник отдела жилищно-коммунальных хозяйств, на очистку улиц, тротуаров, дворовых территорий выйдут коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, предприятий и организаций различных сфер деятельности, а также представители общественности. Он подчеркнул, что фронт работ предстоит достаточно большой. Кто ходит пешком, иногда видит, сколько масса бутылок, пробок, чего только нет, окурков, елок выброшенных с балконов прямо. Все это остается на улицах города, которое было спрятано ранее снегом. Поэтому наступила пора принимать меры соответствующие по очистке города. В связи с этим принято постановление номер 544 от 31 марта администрации города Шадринска о весеннем месячнике, который намечено с 3 апреля уже по 6 мая. Поучаствовать в уборке своего двора смогут и сами жители. Такой шанс этой весной им выпадет как минимум дважды – 22 и 29 апреля, в дни общегородских субботников. Муниципальное предприятие «Спецавтотранс» обеспечит выдачу бесплатных талонов, пропусков на прием мусора на свалку бытовых отходов. Графики вывоза и порядок сбора мусора в частном секторе будут обнародованы позднее и доведены до населения через СМИ. Также организуют 3 пункта выдачи инвентаря для уборки территорий на базе администрации города, предприятий «Магистраль» и «Спецавтотранс». За каждым крупным предприятием и организацией закреплены территории для наведения порядка. К уборке парков, скверов, городского бора планируется также привлечь студентов и волонтеров. Хотелось бы, в отличие тоже от других лет, если есть это лесхоз, отвечает за данные, значит, чтобы вывоз обеспечило данное предприятие. Когда прошел субботник, сразу вывезли, а то у нас тоже мешками на Ефремово, там возле боров стояли они и неделями. Это некрасиво, поэтому сейчас будет все это учтено. Я думаю, что мы отладим и субботник проведем, как бы месячник нормально. В прошлом году общее количество собранного и вывезенного мусора составило более 4000 тонн. В проведении месячника приняли участие 140 организаций, 12,5 тысяч человек. К майским праздникам были приведены в порядок и благоустроены 5 парков, 11 памятников и обелисков, ликвидирована 21 несанкционированная свалка.